Тренировочный центр «Амбреллы»? Первый генеральный директор, доктор Джеймс Маркус. Кто эти люди? Девушка, новичок из Атреда Старс. А мужчина? Его я не знаю. Внимание! Говорит доктор Маркус. Прошу тишины во время оглашения принципов нашей компании. Послушание рождает дисциплину. Дисциплина рождает единство. Единство рождает силу. Сила есть жизнь. Кто ты такой? Я тот, кто распространил Ти-вирус по особняку. Да и заражение поезда, разумеется, тоже моих рук дело. Что? Месть. Амбрелле. Ха-ха-ха-ха. 10 лет назад доктор Маркус был убит Амбреллой. С вашей помощью. Верно? Ха-х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 а-